Некоторые моменты, которые хотела бы я озвучить для того, чтобы обучение было максимально комфортным и быстрым. В левой руке на протяжении всего произведения играется всего 4 аккорда. Сейчас мы их и разберем. Первый аккорд это до диез, ми, соль диез. Играю 5-м пальцем, 3-м и 1-м. Всегда только этими пальцами, это удобно. Следующий аккорд это будет си, ре диез, фа диез. Следующий аккорд это будет ля, до, фа диез. Этот пальчик остался. То есть было вот так. Стало так. И последний четвертый аккорд это ля пойдет в соль диез, до диез просто в до, а это пойдет на ми бемоль. Получается первый аккорд, потом все три пальчика перемещаются, этот на эту черную, этот на эту соседнюю, этот на эту. Далее перемещаются все, кроме этого. Этот оставляю. Было так, а теперь на клавишу вниз. Это на соседнюю черную, это на соседнюю белую. И дальше. Что касается ритма в левой руке, то вначале я играю по 3 раза каждый аккорд. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз.
опять нажимая главный звук, это нижний будет, удерживаю его на педали и перемещаю руку снова на тот аккорд. Два, три. То есть у меня получается вместо первого аккорда из трех будет бас. Раз, два, три. Следующий аккорд от си идет, значит си, два, три. Следующий построится от ля, значит ля будет басу. Ля, два, три. Дальше соль диез, соль диез, до, ми бемоль. Во время припева левую руку я играю так. Раз и два и три и четыре. И раз и два и три и четыре. Раз и два и три и четыре. Раз и два и три и четыре. То есть вместо привычных раз и два и три у меня раз и два и три и четыре. На и четыре два удара и четыре. Раз и два и три и четыре. И получается. Раз и два и три и четыре. 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 Раз и два. Разбираю в правой руке в куплете всегда есть только два предложения, которые между собой чередуются. То первое, то второе. Сейчас покажу. Первое предложение звучит следующим образом. До диез, ре диез, ми, ре диез, ми, соль диез, ми диез, ре диез. Второе предложение. Ми, ре диез, ми, ре диез, ми, соль диез, ре диез. Теперь повторяем первое предложение. До диез, ре диез, ми, ре диез, ми, соль диез, ре диез, до диез. Теперь повторяем второе предложение. Ми, ре, диез, ми, ре, диез, ми, соль, диез, ре. Вот и все. Дальше припев. Припев тоже состоит из двух частей. Первое. Кто ты, чё мышо шукаешь? Дальше повтор этой же части, только другие слова. Звитки и куды идешь? Повтор снова этой же части. Я не помню, какие там слова. Вторая часть припева это бих ми вечный, я не знаю. Тан-тан-тарам-пам-пам-пам. Дальше. Можно сыграть ровненько. Фа, ми, ре, до, фа, ми, ре, до, фа, ми, ре, до, ре, 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 ре. Но я играю с мордентом, получается. Опять. Ну все, дальше повтор. Единственное, там в правой руке встречаются еще вот такие аккорды. Он, получается, будет. Здесь я советую сразу поставить руку на все эти пять звуков. И получается от предпоследнего к последнему будут так они чередоваться. Дублируется каждый звук два раза. Раз, два, 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 раз. Повтор. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. То есть в конце только раз, раз, два. Да? Дальше после этого переходим на следующий аккорд. Вот такой. Раз, два. А принцип тот же. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Раз, раз, два. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, раз, два. И теперь все это будет только в два раза быстрее.